Привет, YouTube! С тобой Вайс, и мы продолжаем играть в Brutal Legend. И сейчас, как я и обещал, я покажу вам еще один из видов дополнительных миссий в этой игре. Есть вот такая вот дополнительная миссия, мы приходим к такому вот челу. Он нас узнает, потому что мы уже популярны, нас уже уважают повсюду. Он хочет показать свое, так сказать, изобретение, да? Такая дополнительная миссия, она открывается после того, как мы установили на нашу тачку пулеметы. Вот поставили пулеметы, и сразу появляется доступна вот такая вот миссия. Сейчас вот. Сейчас вы сразу все поймете. I cannot wait to find out if this thing is structurally sound. How long do I have to wait up here? Наша машина крепится к такой вот хреновине. И используя пулеметы, мы должны отбивать атаку врагов. Вон они, только прицелы. А вот прицел. Стреляние с этого пулемета. На самом деле я бы больше пользы принес бы, если бы был бы там внизу и мочил бы врагов так. Прицел такой здоровый. Хрен, что за ним увидишь? Ладно, вы оттуда отбиваете атаку там, а вон я вижу он того чела. Да, ха. Таки можем мочить. Где вы там видите еще врагов? А он мне подсказывает, где враги, да? О, а я при этом сидя здесь могу еще и команды раздавать. Мочим клирика. Он все равно стоит. Ну, а что он разворачивается и убегает? Да. Не пойми, где они там, я их не достаю. А, вон они. Нет, я вообще никого не попадаю. Прицел перестал загораться нужным цветом. Что происходит вообще? Ебать. Что-то пушка. Бля, что-то сломалось. А, вон, это были наши. Вот почему ничего не работали. Блин, какой долгий залп нужно делать по каждому, пока он не умрет. Не, пулемет это... Эта штука прикольная, она полезная. Ну, там, не знаю, когда ты можешь ехать и стрелять, но с точки зрения единственного возможного у тебя вида оружия, она бесполезна. Ну, вот такое вот дополнительное задание мы проходим, получаем 25 пламени. Это полезно. Потому что пламя нам будет всегда пригождаться, чтобы прокачивать своего героя и его автомобиль. Между прочим, мы еще не прокачали автомобиль полностью. То есть потом будут появляться еще более улучшенные нитро, более улучшенные пулеметы и так далее, более улучшенный таран. Абсолютно все, что мы поставили уже, можно будет дальше только улучшать. Ну и еще там есть мелкие... плюшки дополнительные, которые мы еще не устанавливали. Так вот. Ну ладно. А теперь, пожалуй, давайте вернемся к основной сюжетной линии. Вон он появился яркий свет. Поедем к нему. Сейчас игрушка познакомит нас с... опять же, другим своим аспектом, да. До сих пор мы просто бегали... как экшен, да, мочились, убивали, сражались самостоятельно. Сейчас игрушка познакомит нас со своими аспектами стратегии, да? Но это будет, следующая миссия, она будет больше как обучаловка, чем как полноценная миссия, потому что то, как мы будем вести войско свое там, мы будем вести только там. В остальных миссиях это будет уже делаться немножко по-другому, но не буду спойлерить. В общем, сами все увидите. Бля, что я так коряво еду? Где-то ебать. Что я делаю? Что творю? Что творю, а?
монстр. Чудовище просто. Не взрываю. О, вот сюда надо. Да. Все, поехали. Давай, сделаем это. This is the direction they'll attack from, you think? Это линия атаки? From there. Он говорит, типа, да, войска врага пойдут отсюда, значит, защищаться надо будет тут. Видите, вокруг разбросаны колонки, трубы, обычный ландшафт. Он говорит, мы сделаем шоу. Вы купаете, он им объясняет, в моем мире, да, это гитара, это музыкальный инструмент, здесь она создает взрывы и молнии хреначит. Другими словами, битва. Битва. То есть, если... Да, если музыка — это магия, то битва — это шоу. Соответственно, оборонительные укрепления, да, линия обороны — это сцена. Понимаете? Рок-сцена. Вот она. Вот мы тестируем нашу сцену, да. Все по-крутому. Окей, сайдпотс. Сайдпотс. Вот так вот. Awesome. Окей. Awesome. Glowing people? Glowing people? Wait. Where's the button for glowing people? Вот они попёрли. Из гейзеров пошли духи. Ну. By the Titans. I've heard stories. Симпатично. The Titans were said to have summoned a force from deep within the ground with special rituals. Она рассказывает, что я слышала древние легенды о том, когда начинаются крупные вот такие вот сражения, появляются духи, типа там легендарные, они бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Но нашему Эдди Риксу все известно, скажем так, ему все естественно. Он в своей... Он хоть и не из этого мира, он хоть и прибыл из нашего мира, но он в этом мире как в своей тарелке. Ему все знакомо. Музыка, это оружие, сцена, рок-концерт, это битва. Соответственно, духи, которые появляются во время рок-концерта, это кто? Да, это фанаты. Вот. Мы сыграли, и они резко засверкали, понимаете? Они чувствуют рок-н-ролл, они чувствуют хэви-метал. Чем больше у нас фанатов, тем больше шоу, более большое шоу мы можем сделать. И мерчендайз, да. Нужно построить домик, где фанаты смогли бы покупать футболки, шапочки и так далее, плакаты. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Мерчендайзинг. Да уж. You see, Mangus, band merchandise is like a wedding ring. Вот, видите, мы построили эту сетку, там всякие сувениры для фанатов. И таким образом мы построили такую башню, которая, так сказать, концентрирует энергию фанатов, и мы получаем энергию. То есть вы поняли, пламя — это валюта игровая. Но во время битвы, во время сражений, валютой будут выступать фанаты. Ну, сейчас вы увидите, как это будет происходить. Сейчас мы захватим еще одну. Еще одних фанатов. Сразу. Вот, захватили. Теперь будем производить войска. Вот наши. Не могу это прочитать правильно. Все. Вот так мы производим войска. Теперь мы должны сделать этих тёлочек с пушками. Так, бля, не могу прицелиться. О, есть. Now we're cooking. О, все, они построились. И теперь нам нужен наш хил. Вот, это отметка, где собираются войска. Потом мы выучим заклинание, чтобы эту отметку переставлять. Ну, давайте, давайте. О, отлично.
Ну да, это сейчас как бы немножко скучненько выглядит, но игрушка учит нас, как будет происходить вообще стратегия боя, да, вот как... Как тебе вот этих войск покупать? Сейчас надо... Надо забить полностью. Видите, у нас там в левом верхнем углу отметка, сколько у нас фанатов. И насколько сильно мы забили площадку воинами. Пока что мы можем... У нас ограниченное количество места. Небольшой концерт у нас будет. Вот. Yes. Все. Армия готова. Баррикады есть. Энергия есть, войско есть. Ларс доволен. А вот и главный злодей, ну то есть как бы наш враг временный. Тоже блондинчик. Пидорок. И войска у него пидорасы. As of the girls who know what's best for them. А бабы у него стрёмные. Even some of your own men have decided. Даже этот чувак у него гей. Да, прям неловкий момент, когда ты видишь свою гей-копию, правда? Don't worry, this won't take too long. I know how to handle petty labor disputes. А главное, он использует свои патлы, чтобы летать. У него, бля, вы это видели? Так, всё, мочим врага. Не нужен ты. Очень хорошая стратегия. Ой, это были мои, да? Черт возьми. Так. Давай, давай, давай. Восстанавливайтесь в колонке. Сейчас покажу вам прикольную стратегию. Ну, давай, давай, лечитесь в колонке. Бля, давай. Ладно, мы эту стратегию можем использовать потом, когда врагов будет в два раза больше. Главное, я прихватил сюда этого хиллера, и пока я мочу этим пап, он меня лечит. Пока мои войска избавляются с первой линии врагов. О, меня выстрелили. И прикол, видите, в чем? Ранения нету. Если ты умираешь во время битвы вот такой вот, то ты воскресаешься на своей базе. Ты не начинаешь играть сначала, так сказать. Где там наши... О, вон они подходят. Вот сейчас мы точно используем эту стратегию. Так, все за мной. Где там враг? Он там где-то вдалеке его видел. Все, сейчас мы точно мочканем их, куда есть штуковины. Так, давай, выпрыгивай, выпрыгивай. И скорее читай заклинание. Да. И всем поели рожи. Ой, а эти чуваки... А этот почему-то побежал один. Он типа живучий такой, да? Ну, давай. Бля. Иди за ним. Пули он один такой убегает. Давайте лучше за мной. Давай, давай. Так, отбежать, отбежать хочу. Черт. И блоки не успеваю ставить. О, новая армия. Подоспела. Ах, ты ж, блядь. А пока мне показывали эту заставку, меня убивали здесь. Сволочи. Этот же ихний лидер, он тоже участвует в бое. Он кто-то вроде меня, только... Только летать пока может только он. Так, 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 так. Да, пропасаем. Пока вы лежите. Закрутим ваши часы. Здрасте. Так, кстати, надо... Надо бы скоро начать заказывать новых войск. О, Ларс, мы с тобой можем объединяться тоже. Пока он стоит на моих плечах в пафосной стойке. Давай. На! Епта! На! Да, у него мощная атака, видите, поражает большую область. Что, что, что такое? Так. Мне нужны вы, ребята.
там, вы сказали, враг. За мной все. Снесем, я бы сказал так. И сразу и вас тоже. Снесем ряды врага. Ну да, знаете, брутальный уровень, я заметил, что врагов больше, чем их обычно бывает. Когда я раньше проходил все это, врагов появлялось меньше как-то. Давай, херячь. Да. Враг нападал более маленькими отрядами, тут такая толпень нормальная. Так, смотрите, мне нужны все мои, где вы там все? Давайте лучше туда. Иди вот туда все. Но мне нужен ты все равно. Да бля. Ты куда? Куда ты? А, он сразу побежал лечить раненых. Ну сейчас быстрее. Сделаем вот так. Как вы издеваетесь отбой, мы вернем вот этим. Все. Много мы уничтожили, интересно. Так, за мной. Где там враг? Ой, блин, он ломает базу, да. Цель врага нашу базу сломать, кстати. Бля. Это же, блядь. Так, надо блок вовремя ставить. Да, потому что против него блок вообще не помогает. Вообще не помогает против него блок. Ну хорошо, что духи нас воскрешают. У нас есть фанаты, поэтому мы можем воскрешаться. Но это, правда, по-моему, стоит какое-то количество фанатов. Да. А эту штуковину мы опять захватить не можем, по той причине, что здесь рядом враг. Вроде бы это последняя волна. Ой, нет, там еще одна волна. Почему мне кажется, что их больше, чем нас? Так, мне нужно построить эту штуковину, пожалуй. Мешает, погоди, напряжение. Да, напряженненько, хочу вам сказать. Вперед, разобьем их ряды. Давайте сразу перенесемся к стрелкам. О, я понял, как запускать их в полет. Блять, опять меня убили. Лей, киллер, вперед. И хрена, что мы тут такие макары. Пожигали ваши лица и меня. Давай, Ларс. Да. Как далека эта атака. Я ее задел или это? Это Ларс я задел. Где там еще у нас враги были? И это он сейчас, пока я иду, еще и лекцию читает. У нас почти не осталось. А, мы все равно выиграли. Oh, enough. I've never liked this town. I don't know what's gotten into you, Lars, but I know one thing. You will regret what you've started here. Да, мы победили. Беги, пока можешь. Беги. Ну реально, он летает с помощью своих
бля, волос. Ну да. For too long we have lived in pits, waiting for good fortune to trickle down to us. But our days of waiting are over. We will not sit here and let Lionwhite decide what happens next. We will gather up this great army and take it on the road. We will march on Lionwhite and free every man, woman, and child in that city. And then we will bring it crashing to the ground. Мы отбили атаку врага, и сейчас готовимся к тому, чтобы начать свое освободительное турне. Вот. Тачка для нашего, для нашей поездки, собственно. В следующем эпизоде мы начнем наше освободительное турне, то есть атакуем врага, не дожидавшись, пока он нанесет ответный удар нам. Ну, нападет снова. Да. Ну, что надо сказать? По поводу этой миссии, которую мы только что прошли, это не была еще полноценная стратегия. Это была тренировка. Игрушка нас просто потренировала, каково это будет сражаться самому и не забывать давать приказы своим подчиненным, куда им бежать, кого им мочить, не забывать постоянно покупать новых, не забывать не просто убивать врага, а еще и восстанавливать свои эти как бы ренчендайзинги, чтобы, ну то есть типа добычу фанатов. Да, это была тренировка. Тренировка. Вот, наверное, в следующем эпизоде нас предстоит миссия освободительного турне, после чего мы нападем на врага, и там вы ознакомитесь с, как бы, как будут проходить бои, стратегия по-настоящему. Здесь настолько пока что игрушка просто подготовила к тому, как это будет в будущем. Да. Да-да-да-да-да. Ну а пока что, я думаю, для этого эпизода было достаточно вполне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свое мнение об этом летсплее и об целом об всей этой игре в комментариях. До новых встреч, ребята. До новых встреч. My job this morning.